Март 2017-го. Комбат-тур в Китай с Максимом Батыревым. Участники из 21 города России и ближнего зарубежья. Предприниматели, руководители и топ-менеджеры – не случайные люди. Комбат-тур в Китай – это путешествие, которое расширяет географические границы. Бизнес-тур начался в прогрессивном мегаполисе Гуанчжоу с его мануфактурных производств и автоматизированных заводов, на самой высокой башне Китая и в традиционных кантонских ресторанах. Восточное гостеприимство и живописные пейзажи Гуйлинь провинции Гуанси острыми пиками гор пронзили сердце. Здесь родился фэншуй, и отсюда струится китайская гармония. Здесь участники комбат-тура своими руками приготовили традиционный ужин и услышали новый мастер-класс Максима Батырева «Управление продажами». Кстати, именно после него команда бывалых предпринимателей в рамках вечерней бизнес-игры смогла упаковать и креативно продать типичный китайский продукт – карамбалу. Южно-китайский город Шэньчжэнь. Книги 45 татуировок Продавана в руках у каждого второго китайца. Крупнейший инновационный хардверный акселератор в центре квартала китайских подделок и флагманский магазин компании DJI, который контролирует 70% мирового рынка по производству дронов. Город Шэньчжэнь – это индустриальный коктейль с высокой концентрацией технологий. И он пришелся по вкусу российским бизнесменам. Гонконг. Город 262 островов. Это уже не британская колония, но еще не Китай. Здесь буддийский храм под открытым небом и Южно-Китайское море. Финансовые небоскребы и дома с отверстием для драконов. Здесь благоухает капитализм. Птицы вылетают из квартир на прогулку вместе с хозяевами. И до 2047 года разрешено иметь два паспорта – британский и китайский. Комбат-тур в Китай – это внутренняя перезагрузка, которая навсегда меняет людей и связывает друг с другом. Сопротивление бесполезно. Каждое утро во время зарядки, вечером под гитару и во время игр судьба сводит вновь и вновь тех, кем суждено подружиться, поделиться опытом или начать общее дело. Еще никто не возвращался из комбат-тура прежним, из Китая. Мы вернулись с большим багажом эмоций, наполненные смыслом, идеями и связанные крепкими узами менеджерского братства. Энергия в нас.